Тех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Висенте Пальмароли Гонсалес, испанский художник, портретист и жанрист, родился с Арсело Алехо в семье Гаэтана Пальмароли, итальянского художника и литографа, который был его первым учителем. Родился 5 сентября 1834 года. После смерти своего отца в 1853 году он занял его официальную должность в королевских художественных коллекциях. Я пользуюсь переводной Википедии. В 1857 году поехал в Рим, чтобы завершить свое образование, используя некоторые излишки денег из фонда сбора пожертвований. Находясь там, он присоединился к группе испанских художников. Участвовал в национальной выставке 1862 года. Получил медаль первой степени. На следующий год, 1863, он вернулся в Италию и оставался там до 1866 года. В 1894 году вернулся в Мадрид. Был назначен директором музея Прадо. Эту должность он занимал до самой своей смерти. Следуя королевскому указу, создал комиссию для изучения подаренных работ и принятия решения о том, принимать их или отклонять, в соответствии с сохранением качества коллекции. Большинство работ, добавленных в Прадо во время его пребывания на этом посту, позже были перенесены в коллекцию нового музея современного искусства. Перенес инсульт во время посещения театрального представления, стал инвалидом и умер несколько месяцев спустя в Мадриде в возрасте 61 года. Это случилось 25 января 1896 года. Вот так вот вкратце из переводной Википедии о испанском художнике-портретисте, жанристе Висенте Пальмароли Гонсалес. Пока-пока, до свидания.